Ситуация. Диман Груханов специально для без посадки авто нет. Огни света фонарей, ксеноновый блик фар. Приора на посадке вгрызается в туман, рассеивает дым. Зажаренный седан, закатанные лбы. Внутри ребята в хлам, простые пацаны. Русские машины, что отличает их тогда? Спилены пружины, а барки трутся шины. Маршруты наизусть, кто повзрослее считает глупо. Но я на них не злюсь, я никого не подрезаю и не тороплюсь. Прижавшись к тротуару, медленно крадусь. Вопросы, как так ездишь? Порядком заебали. Так же, блять, рулю и жму я на педали. Машина — средство, чтобы ездить. Да ладно, не смеши. Мы вкладываем в них часть своей души. Собираем взгляды и удивление людей. Без посадки авто нет для правильных парней. Не опущено, а занижено. Правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет. Не опущено, а занижено. Правильно лежит, с виду обездвижено. Что же вас объединяет и в чем же ваш секрет? Без посадки авто нет. Проблемы с ДПС, у каждого прибор. Рейды на тонер, понятые шмон. Мы не преступники, нам просто так комфортнее. Не могу понять, кому мешают мои стекла. Давай не будем вешать шторы у себя в домах. Пускай жизнь твоя будет у всех на глазах. Это такой образ жизни, и у нас свой взгляд. Эффектно плаваем в своих районах, городах. Больше баса, низкие частоты в районе двушки. Спокойно держим обороты для всей пехоты. Кто в этой теме? Прямой посыл с Красноярска. Мы тоже все.